Сирийской провинции Алеппо женщина лишилась руки и ноги, защищая своих детей. Зовут ее Ирина Баракат. Она родом из Одессы. 15 лет назад она вышла замуж за сирийца и счастливо прожила с ним уже 15 лет. Сейчас он навещает жену в больнице. Туда она попала после очередного обстрела боевиками жилых кварталов. Снаряд угодил прямо в комнату, где как раз в тот момент собралась почти вся семья. Я сидела на диване, здесь мой сын, дочка, Света, свекровь и тетка. Вдруг безумный шум, очень что-то черное быстро мчалось. Ирина еще не знает, что ее свекру и свекрови не удалось выжить при этом обстреле. Детей ей удалось спасти ценой собственного здоровья. Врачи говорят, женщина в тяжелом состоянии, хотя и находится в сознании. Прыгнула на детей, выставила руки и ноги вперед. И впоследствии оторвала руку и ногу. Эта нога разрублена в нескольких частях. Это тоже...